Вступаем! За мной! Так, ты главный пулеметчик, ты пулемет-то на топливо пойдет у тебя? Конечно. Только я слева, а ты справа. У меня будет два пулемета и один миномет. Ты слева, я справа? Чё, ты точно уверен? Точно. Да, я бегу направо. Слева, я справа. Да, я бегу направо. Ну там еще никто не успел построиться. Вижу. Сейчас подойду. Скажу, чтобы за того не занимали пока. Можешь парней из топлива убирать. Пулемет, кружит пулемет, Дэнс, Командирская машина преобразована в стационарный. Чего, убежит, нет? Да пулемет-то убежит, там второй заливают. Вот тут сейчас все, вот здесь давай пополнялка есть. Я так не могу просто отойти. Я понял. Ну я имею в виду, что заранее можно было просто начать их стрейфиться назад. Готовьтесь к обороне. Первый линии стрелять! Вот, вот! Нас атакуют! Да что?
поддержки прибыл. Расчет ждет ваших приказов. Берег под обстрелом! Стой! Вперед! Готов! Идем в группу. Цель за линией фронта. Сообщение Люфтваффе. Фальшермьягеры готовы к высадке. Доступны командирские способности. Доступны тяжелые укрепления. Саперы ждут приказа. Кидай сюда, блин. Ой, блядь, тихо. Плохо, конечно. Блин, а? Вы взорвали, блин? Все, свечка должна выйти. Кидаю дым на этот пулемет. Все зря поделаем, блядь. Чем этот заход нужен? Минометный этот. Если я подъеду туда этим пулеметом, я могу распылить. Понял? Я чё распылил? Продолжать огонь!
Можно вот этот подкрутить всего лишь одним отрядом? Можно. Я просто его тогда спилю. Заодно пулемет заберешь. Мы потеряли орудийный расчет. А пулемет ушел. Ты сильно не дави, только пулеметчик потратишь. Обо что? Бронь. А, это не наш броник был. Вот это надо забрать, я, наверное, не сую. Ну, давай я схожу заберу. Нет, я заберу. Ты заберешь, либо ладно. Либо распилить, либо забрать. Готовы. Вперед, поехали. Зелененькая — это хорошо, да, насколько можно. Зелененькая что? Дымочек. А, зелененькая, да, но дым, скорее всего, или развед. Мы готовы. Оценить десантники. Там что-то постов настроено. Танчик едет. А вот говно кинули, Серег, Серег, Серег. Ага. Получены!
готовности готовы к применению. Нас запалили. Я вижу капу. Файер выпал? Заново зашел. Понятно. Что-то непонятно, как узнать, Вова с нами или нет. Вова, напиши что-нибудь. Сереж, дай поиграть, а? Не, просто у нас почему-то пишет в этом в стиме, что это типа ты зашел в кох. Из-за этого у нас паника. А я сразу. Я уничтожаю. Все, я понял. Зал нужен у нас или чё, почему раскладывают это? А какая я думаю стреляю? Осторожней! Оружие! Стой, стой!
механик, следуй в эту точку. Вперед. Ладно, конечно. На халяву забрали чуть. Рядом катаешься? Да кого он не может стрельнуть через кусты? Там мина, если что. Аккуратней. Да хер тебе надо сделать? Хер знаю. Ну добил я его, короче. Себя это успокоит. Теперь отваливай. Как я уходил. Заливка там прямо через центр идет, там же никого не видно. Можно люлей получить? Можно, но не нужно. Полечиться негде. Где вообще в этом мире есть лечение? Я тебе сейчас лечебный бункер сделаю рядом с твоим приключением. Так он будет лечить, пополнять не будет, поэтому это не то немножко, что хотелось бы. Я вообще вас позапишу для пополнения. Да не, мне просто сейчас штаб, он как бы недорого мне обойдется. Давай штаб поставлю, он реально как бы эффективнее. Там, по-моему, сейчас апгрейд у КВ сбрасывается, наверное, все убийство. Сейчас проверим теорию. Прям тебе парней залетело. Ага, жестко, конечно, получилось.
И два ладейка прокачанных, короче, выбились, и тут же их эта же артиллерия добила жестко, конечно, мотивативно. На грани нечестного. Куда заливка? Фу, она пантерей рассекает просто, это... Каким бог. За немцев легко играть вообще. Далеко это хорошо. Ну реально вообще не потеешь. Почему-то у меня отряды все мрут, короче, меня вообще никто не доживает. Легко, но почему-то все умирают. Какая-то арта бесконечно долбит в этот в топливо. Ну, понимаешь, твой штаб был виден, и они знали, что... Да, и постоянно бомбили, поэтому тебе. Не, да, ну, это не вопрос, я тоже могу увидеть их, только у меня почему-то ни юнита такого, ни арты нету, чтобы я постоянно куда-то наваливал. Дайте мне такую же, я тоже буду долбить их штаб. Это что-то какое-то нетривиальное занятие. Ну, это у англичан такое. Найти, да. Найти, куда долбить, блин, я и сам разберусь, куда. Дайте мне такую штаб. Секстон долбил. Ну, там чисто англичане долбили, и все. Не, за не Секстон был. Секстон. По штабу Секстона, по топливу этот, какой-то, блядь, как вот сбрасывает пехотинец от Экера. А, пехотинец скидывает эту хрень. Ну, только без пехотинца это кто-то скидывал, я не понял, кто такую кидает. Этот может быть, танчик михний. Да, да, этот, Валентин у него был. Не знаю, реально, гоняешь Олсендами там, все валишь, там, блин, вообще какая-то, блин. Потом две пушки стоят вместе и нет Олсенда. Ну вот у них две пушки стояли вместе, я объехал и одну пушку забрал, там вторую пушку занял. Там они уже танк привели только тогда, как бы заехали, что-то у меня Олсенд, и то Олсенд взял просто и уехал. Друзья, не то, что там Олсен даже не потерял, при том, что я забрал пушку, как бы вторую там покоцал там, и еще танком надо было подвести, чтобы я что-то там испугался. И все, вообще. Ну, у бритов такая же штука есть. Ну, короче, пипец. Я теперь понимаю, насколько халявнее играть просто за немцев. Русским надо там жопу просто порвать, чтобы что-то... Тут сидишь такой, раз там, я не знаю, ногой можно сидеть играть там. Погоди, сейчас ты встретишь штрафников, которые кидают в пакеты за каждого угла, или этих? Ну вот, у меня штрафники все со мной воевали. Они мне одного взрывпакета не кинули. Так они умирали, блин, пипец. У меня там топы зэха по ним стреляли, так что сразу отряд ляжет, короче, просто-напросто. То еще чуть-чуть. Они мертвые же, вообще писец. Штрафники эти. Не ложатся просто как это, как говно. Если русские еще вначале что-то там домогаются, реально напрягают, то что ты там как бы вначале напрягаешься, пока у тебя танков нет, то с танками просто какое-то глобальное доминирование над русскими.
Ну тут еще ртой стреляли, англичане там всякие там и так далее. Это до танков надо дожить еще. Ну вот я говорю, единственная задача немцев дожить до танков. Все. Мосин выехал, все. Мы даже с Троусом играли, я тогда помню. Я его мешу просто там, в говно, просто насилую, короче, забираю у него. Выезжает Остин, все, привет. Просто надо держать на открытом месте танки, чтобы они не это в западни не попадали к этим всяким штрафникам. И все. Так, штрафники к твоему танку бегут, ты чуть-чуть назад. И все. И он там их расстреливает там методично. Что за танк-то хоть? Что за танк-то хоть? Я тоже да такой. Что ПЗХ 4, что Остинт. Никакие эти там, я говорю, только либо их должно быть, ну прям, ну очень много. А штрафники нифига не дешевые. Зачем штрафниками на панцер бежать? Можно же из пушки стрелять по нему. Ну, вот ты будешь пушки катать, а панцеры будут ездить все. А потом еще, вон, я пушки на меня прикатили, я просто на них эти осколочно-фугасные скинул, минус 3 пушки. Вот, круто, на, иди снова покупай. Что за осколочно-фугасные? А, Light Artillery Barrage. Или там фрагментейшн бомб. Да, вон там, который осколочный. А он последний, да, 10. А, ну он, блин, дорогой, 200 стоит. Да, блин, да. У меня ресурсов как говна. Просто эти я построил Opel Blitz и поставил, и все. Так, у тебя был с артиллерийским этим? Где он там? С артиллерийским офицером, да? Да. Вызывай его, это вообще классный мужик. Так вот, еще и он классный мужик, я говорю. Он там стоял, там, эти там, танк выезжает там, или кто-нибудь. Я просто усиливаю танки свои, и они просто все крошат на. Пехота да, прямо ложится. Бафает, он всех бафает, да еще потом повторяет залп, вообще классный мужик. Ну, вот. Я говорю, я сидел, играл левой ногой, на. Подождите, дайте я почитаю, где этот генерал для левой ноги? Посередине у меня. С тигром. Доктрина штурмовой поддержки. А, еще и это, пехота бежит, ты еще их можешь положить, это, юнкерсом. Ну-ка, прилягте. Дорого. Ну, я понятно, могу. Но я говорю, в критической ситуации вообще нормально. Совсем, да, напрягает, может. А так, он просто дамага почти не наносит. Да, но он чисто может, как бы, да. Но я говорю, вот смотришь, прям толпа бежит, моментом туда высылаешь, танки чуть-чуть уступают, эти все легли, ты в этот момент, на всех месишь, там, лежачих, на. Я вообще пехоту не строил. Потом подни танки, Остин, и так далее. Представляю, как Вова там пехоту не строит. Сейчас Вова тоже скажет, нах, так, я же тоже умею так не строить пехоту. Че, давай, кто больше не построит. Так. Сюда. А еще я взял, короче, ускорение строительства пулеметчиков, а у немцев еще и пулемет сразу строится. Это вообще круто там. И пулеметы выходят просто супер рано. Эту позицию. Выдвигаемся в этот район. Идем.
Идем на захват. Противник может пойти в контратаку. Забираемся. Мы готовы. Приготовиться к наступлению. Противник знает, что мы здесь. Готовьтесь к контратаке. Если мы захватим точку, это привлечет противника. Будьте готовы. Панцерфузелеры к бою готовы. Вот и они. Все сзади. Следите внутрь. Максимель. Кого вы там убежаете? Круто, блин. Может, с компьютерами играть. Не, это, видимо, дельками всю игру, короче, одного только вижу. У него у меня 10-4 ходят. Просто они реально хотя ушли, короче. Нету их. В баре застряли. Ну, что-то там. Disconnected. Ничего себе. Надо перезайти лучше. В игру с новости перезайти? Ага. Так, перезапуск. Серега, скинь еще раз пиво, что ли? Что там не высвечивается? О, появилось.
О, ничего мне, видите. Ну-ка еще раз кинь плюшень. Ну-ка, если так. О, неужели зашло? Hey, y'all.
А мы разве не черкали эту карту? Ты чё, Лансарот-то, это же любимая. Да, я помню. На этой карте либо мы безумно рулим, либо продавливают до базы. Или у одной половинки все хорошо, а другая страдает. Так. Сейчас много будет артиллерии. Вон за светом, чтобы масса света, никто не играет. Да это наоборот весело. Все ПТ-шечки построили, потом как бахнули. Какой ТЭшечки? Т-34. Mm-hmm. Если четверо построят по одной ТЭшечке в одно время, и одному вермахту станет плохо, потом следующему, а потом выйдет Пантера, и игра закончится. Да, вот я про это же и говорю. Готовимся к выходу. Проверить оружие. Выступаем. Передали, что панцерфузилеры готовы к бою. Внимание! Для пехоты доступна тактика прорыва. Вольфсгренадеры прибыли! Серег, три пулемета у меня будет. Я один минут. Хорошо. Пулемет, что-то он ходит, там уже стрелять же можно. Он не простреливает через этот забор. Видишь? Он не простреливает через это все-таки. Через здание, не знаю, или здание бесполезно? Вот через здание, да, будет стрелять. Все мне пытаются это говно.
лысенько едет. Здесь пересоберемся. Да. Потому что не хочется один одному подойти и просрать все пулеметы. Бронетранспортер снабжения ждет ваших приказов. Поехали, лос, лос! Приготовиться! Вперед! Задача захватить район. Машина на стояночной. Начать развертывать. Она бьет пехота! На захват! Вперед! Вперед! Потери отряда восполнены! Артур, готов! Внимание! Вперед! Зашибе! Наступаем! Наступаем! Граната! Граната! Отходим! Отходим! Идем на захват! Противник может пойти в контратаку! Противотанковое орудие готово к бою! Угу. Приказ. Готовимся к наступлению. Блин, вы чё разложились? На базе командирского бронетранспортера развернут командный пункт. Ну там чё отдались-то? Советом или кому? Офицер ждёт ваших приказов. Мы предпочтение сливать всё и перегруппировались. Угу. Можно было слить, конечно, всё. Серёг, ты прямо налево, ты не будешь звезду брать, да? Давай, давай. Вот это вот говно, видишь? Давай лучше с другой стороны зайдем. Уже была история. Ну так ты зачем первым не там не стоял? Ты я шел туда. Нахер? Нет, ты сказал на звезду и сходи. Я пошел в другую сторону. Подожди, давай, хорош. Не управляй, ты перестал управлять пулеметами. Обрати на них внимание. Да, сейчас меня пронесут. Так потому что надо. Мы ничего не делаем, мы стоим на месте. Так куда командую? Я от твоих пулеметов завишу. Вот мы сюда вот сошли. И потом ты куда-то исчез. Ты сказал, иди на звезду. Я пошел через сюда. Тут нас уже... Тут нас давно уже ждут. Ну, надо я не понимаю, что ты хочешь, сюда. Короче. Я тебе говорю, либо тут либо слева, либо направо идти. Ты говоришь, так, так, не нравится. Все, без разницы, так пошел. Ты тебе походу сам отведу хотя бы. Нет, у меня возможности отвезти. Нихрена вы тут толпой собрались. Где уже? Где уже? Да. Готовы выполнить задачу. Понял. Нам выслали. Следуем в эту точку. Босс. Я думаю, сейчас машинка нас будет развлекать, да. Повезло-то.
мой пулемет распылил. Гинкерсен CC. Посреди поля стояла. Фаер. Надо спаус. Это уж что? Отлично. Пулеметчик аккуратно. Вообще неожиданно. Там бункер. Можно за него встать. Здорово, бродяги. Здорово, чельник. Иски челек. Тут надо дым, я могу... Нет, не могу кинуть. Уже кинут. Окей. Осторожно, ну, пулемет я здесь. Поздно уже. Раньше надо. Лопаты еще живы? Да. Может, починишь мне бункер? Давай, хорошо. А все уже там, а как? Можно просто домой. Можно давать домой. Слушай, блиц на топливе сильно усиливает топливо? По-моему, он работает только на обычных точках. Ну и на апгрейдженных точках обычно, да? Там пушки. Спасибо, я уже увидел. Блять. Там две пушки. Больше одной. Так я сказал пушки. Ты что, не слышал, что ли? Пушки. Готовится к бою! Боевой рейнджер! На выход!
Сейчас там огонь. Перехвата как лежит? Кто у нас зелененький? Вот здесь сейчас много всякого говна. Подожди меня, я сейчас там этот. Ну, красавец. Чей-то блок похвалили. Саперный отряд к бою готов! Заливка. Заливка. Ну и все же считаешь, нужно? Постой, постой, пантеры. Подчини пантеру. Что, за фрицы пихает? Ну, я играю левой ногой, по. Это вообще такая халва, просто халва. Невероятная. Серёж, не надо какой-то контратак делать большой. Хорошо. Более политика пошла. Держи звезду, то я не буду нервничать. Ресурсов, Серега, знаешь, сколько у немцев? Вот плюс 50 топлива, это вообще так, так себе. У нас плюс 50, с учетом того, что у нас, Серег, залив, у нас только и... этот. И... Весь вкус убивает. Че, кто весь вкус убивает? Да лимон. Просто пипер на траву просто. Короче, халва, халва. Играть за немцев, супер халва. Ты, Миша, Феникса прошел или нет? Или обломался? Он мне что-то поднадоел. Я тут просто заново начал. Заново вообще начал? Ага. Эх. Для второе прохождение значительно сложнее почему-то. Я на последней сложности играю. Как бы сложно. Какие ёбнутые твари появились жесткие вообще. Загрузить. Не знаю. Он заливает куда-то. Тоже долго грузится, первый раз. Он влезет жестко. Противника сейчас 300 очков.
Сцилла. Жать, в принципе, от тебя кошку. Этого пистолет. Я почему-то жабу понял. Только с пистолета. А, ну хотя нет, с автоматом я видел пару раз жабу. Блять, сука. Пушка без установки по стрельбе по танку выбрала 16 ряд в пехоте. И стреляла по пехоте. Эспрессо. Никого не поранило. Стреляйте, фашисты, стреляйте. Ой, блядь, тут что-то такое. Просто какая дичь вообще. Сука, тут третья сирена. Пазик стоит, два раза не попасть, это охренеть просто. Тебя даже не двигали. Там вообще так, у них все танки это пазики. А. Пятый, четвертый, шестой. Серег, вот эта вот заливка, вот эта вот, видишь? Она 4 юнита блочит. Прямо самая успешная заливка. Тут Серега спрашивает, где вы стримите? В Твиче. Я накопил на штурмовую артиллерию. Будем штурмовать с ней все кучки минометов? Какая штурмовая артиллерия? Ну, она настреляет много урона и задымит. Можно куда-нибудь сюда пойти. Звучит как сказка какая-то. Настреляет, надымит. У меня есть сброс бомбы. Кстати, я три раза могу ее сбросить. Выбери. Нет, это прям всех вот можно вот прогнать. Можно подсветить? Вот это вот можно подсветить? Нет, сюда могу сбросить. Нельзя. Ну, тогда я не смогу. Здесь арта стоит. Можно вот это подсветить чем-нибудь? Ясно, понятно. Просветки у нас никакой нету. Нету. Сброс есть, просветок нет. Тут
Две стоят катюши. Сюда доивануть можно? Одну арту я убил. Но нам нужна просветка. Дымом просвечивать не дешево. О, противотанковая пушка. Так, ну что, ты готов? Будем потихонечку двигаться. Нас просветили. То есть, если мы туда сейчас ломанемся, мы будем двигаться. Я тоже вижу. Чего хочешь? Да у вас пицца закончила. А, контратака на нас. Так, отсюда. Атаки из 10. Потерян штаб танковых войск. Высылаем команду на штабную машину. Серег, сбоку. Сушка, сушка прям в лобешник тут стреляет. Тупо танков толпа приехала и все, и все и англичане, и американцы, и русские, и все домой на побежали. Так, так в войне было, да? Орденская операция. Серега, у тебя заливка что или героическая умереть? Ух ты, нифига тут пушка какая. Забрали все-таки мне тигра. Ну ладно. Ну, почини, пожалуйста, большого танка. Да, в процессе. Если есть что-то в ответ, то не успеем. Сейчас залп пойдет. Смотрите.
Что там? А. Тут сломалось. Там потом задымят. Можно задымить. Подсветить я могу убить потушить. Очень подсветить, очень убить. Он только заметил, что они меня убирают по туши так. Он же Королевский, он же
Да, это же Готэм. Что ты Трёк, а тебе надо, чтобы она была с виженом или не просто лук? Нет, просто один раз достаточно скинуть без вижена. Прикольно. Так ты же можешь прямо в катушку подать. Могу. Так и дорого, да? Нет, лучше штурмовать с этим, чтобы они не могли просто шаг сделать. Как они будут шаг тым огнем делать. Дорого очень. Погнали! 9 очков ему остался. Шлюха! Давай! У тебя вебка, да? Давайте. Это у меня дочка болеет за нас. А у тебя веб-камера, что ли? Почему она не себя-то собирает, а все вокруг? Чего? Веб-камера у тебя, что ли? Нет, наушники, просто она рядом сидит, прям фото. А, я понял. Видишь, хочет победа, уху. Вермах в горе семье. Короче, в вермах играть в разы легче. Просто. Да тебя просто не попадает. У тебя просто настоящего лая не было. Фишка в чем просто, ну да, русские должны быть супер задрами, чтобы выигрывать, короче, немцев. А если вот вы на равных, то немцы просто как щелкают этих алаев, как за нефиг делать. Что, может, за лайв поиграем тогда? Что играть за легкую раз? Не, я сейчас пока отойду вообще. Легкая раз она дамажила в два раза больше, чем каждый из нас. Так она дамажит по танкам, потому что. Да по танкам дамага больше. Это вообще все фигня, количество дамага. Главное, что танки выезжают, их она всем